Во второй день Петербургского экономического форума говорили о развитии дорожной инфраструктуры. На площадке, организованной госкорпорацией «Автодор», обсуждали логистику между регионами и основные транспортные коридоры. Ульяновск рассчитывает включиться в строительство двух основных коридоров, соединяющих Москву и Урал. Проходят они через Татарстан и Самару и будут объединены через Ульяновск дорогой высокой категории. Это даст возможность индустриальным паркам региона, предприятиям Ульяновской области пользоваться самой современной транспортной инфраструктурой. Безусловно, оптимизировать свои транспортно-логистические издержки. Также на площадке договорились с руководителем компании «Шефлер», немецкий производитель автокомпонентов, резидент Ульяновского индустриального парка «Заволжье». Стороны подписали дорожную карту по интеграции российских поставщиков и цепочку поставок для своего завода. Соглашение заключили с Российско-германской внешнеторговой палатой и корпорацией малого и среднего предпринимательства. Документ позволит компании расширять круг поставщиков.